Тихо, съемка. Итак, начинаем наш сегодняшний кач с приседом. Разминка вес 50. Детский вес 50. Вес. Ох, какой легкий. Итак, начинаем наш первый подход на повторы с весом 82,5. Раньше для меня это был легкий вес, посмотрим, что будет сегодня. Сегодня что-то как-то показатели приседа упали. Пик я делал на 85, а это почти столько же, сколько и пик. Ну, чуть поменьше. Если будет тяжело, вернусь к 80. Стоим хорошо. Раз. Два. Три. Это многовато, конечно. Четыре. Пять. Многовато. Будем делать 80. Так, второй подход. Вес снизил до 80. 82,5 не идет. Ну, по крайней мере, на повторы. Раз. Блин, да что такое? Шесть. Ну так, шестерочками пойдем. Вроде 80 нормально. Так, третий подход с весом 80. Посмотрим, может взять 75, если будет совсем тяжко. Да не, вроде тяну. Шесть. Так, у нас накоплено 17 по КПШ. Начинаем четвертый подход. Прошлый был хорошим, мне понравился. Но все-таки 80 сейчас для меня тяжеловато. Почему? Надо вес замерить.
6. Хорошо. Так, следующий подход. Опять вес 80. Опять 6 раз. Еще много. Так, следующий подход. Шестой уже подход. Накоплено 29 КПШ. 29 штанг. Сейчас сделаем на 6 раз. На 6 раз. Хорошо, что майку надел, а то бы натерся плечи. Восемьдесят, конечно, много. Для повторов надо 75 брать в следующий раз. Итак, последний подход с весом 80. На 5 раз всего достаточно. 5 раз на все наши. Так, Анка смотрит патриотический фильм про Великую Отечественную войну, про немцев и партизан. Партизанин, Achtung, Feuer! Бандиты, бандиты! Локомотив, депо! Ух, нет, 80, конечно, много все-таки. Все-таки это многовато для меня в нынешнем положении.